приложение становится как будто из ада. Смотрите, значок ТикТока красный, а теперь из него идет кровь. Здесь просто все помеха, раньше такого не было. Ну-ка, мне супрепадом, видите это? Чё творим, про меня зовут Сэк Геонис, и просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы выступить в мою супрем-банду. Ведь, бро, ты же знаешь, ведь это время супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как пишу про тебя, если нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей супрем-банде. Самой сильной банде на ютубе. И супрем-банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня я хочу снова зайти в тот самый ТикТок в 3 часа ночи. Уже ранее, банда, аж целый год назад я уже заходил в этот ТикТок в 3 часа ночи. И, банда, вы не поверите, но это приложение становится как будто из ада. Оно полностью меняет свой внешний вид. Оно становится полностью темно-красным. А видео в нем совсем не от обычных людей, а от каких-то демонов и монстров. И, банда, совсем недавно я снимал новое мистическое видео про ТикТок, где я пообещал, что за 10 тысяч лайков я попробую снова войти в тот самый мистический ТикТок. И, банда, вы набрали на том видео сколько лайков. Именно поэтому сегодня я попытаюсь снова войти в тот самый мистический ТикТок. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Потому что этот ТикТок реально очень странный. Что если какой-то из монстров захочет ко мне прийти домой? Это же реально жесть. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я сниму третью часть про этот мистический адский ТикТок. Именно поэтому, банда, напускайся, не лезь мне свой царский лайк. А тем временем, бро, также подписывайся на мой инстаграм. И там выходят очень крутые фотографии, которые я уверен, что тебе 100% понравится. И супрем банда, я хочу вам рассказать о одном крутом приложении. Если вы парите вейпы, то обязательно должны знать о этой соцсети. Это приложение называется Waffle. Просто рай для вейперов. В этом приложении вы просто за активность получаете вейпы. В приложении есть специальные баллы, которые вы потом меняете на подарки. А подарков здесь очень много. Баллы же вы можете получить за обычную активность. Выложил фотографию, получил баллы. Снял видео, как вейпишь, получил баллы. А самое интересное то, что ты можешь получать баллы всего лишь заходя в приложение Waffle каждый день. Каждый день получаешь баллы, и уже через несколько месяцев ты можешь их обменять на свой новый халявный вейп. И, банда, при первой регистрации вам дается возможность крутануть рулетку фортуны. И уже сразу же при первом же входе выиграть свой новый вейп. А самый простой способ получить баллы за то, что ты приглашаешь своих друзей, и они вводят твой реферальный код. К примеру, у меня такой реферальный код, у вас же будет другой. Приглашаю своего друга в приложение Waffle, говоришь ему свой код, и он получает какое-то вознаграждение, и ты получаешь вознаграждение. Так что качай приложение Waffle по ссылке в описании и приглашай своих друзей. И еще мы с приложением Waffle решили для вас разыграть 2 целых новых вейпа. Для участия вам нужно зарегаться в приложении Waffle и в комментариях у меня под видео написать свой ник из этого приложения. И после этого мы выберем аж целых 2 победителя. Так что, бандит, качай Waffle по моей ссылке в описании, регистрируйся, получай халявные призы, а мы начинаем. Банда, я надеюсь, вы готовы, потому что на часах вот только что стукнуло 3 часа ночи. Именно в это время с ТикТоком начинает происходить что-то странное. Окей, банда, я очень волнуюсь, потому что в 3 часа ночи с ТикТоком реально происходит что-то странное. И мне интересно, ли знают это разработчики ТикТока, или они сами это специально сделали. Тем не менее, бро, я уже запускаю ТикТок. И посмотрите, полностью черный экран. ТикТок почему-то не запускается, видите это? Неужели разработчики убрали ТикТок с 3 часа ночи? Просто приложение перестает работать 3:00. Окей, посмотрите, начинается какая-то загрузка. Господи, раньше такого не было. Посмотрите, значок ТикТока красный, а теперь из него идет кровь, вы это видите? И сам он становится кровавого цвета, вы это видите, банда? Это просто жесть. Окей, здесь появилась какая-то надпись. Каждый день тысячи людей загружают видео в меня. Что это значит, банда, раньше такого не было? Господи, это очень все странно, я просто не верю в это. Но никто из них не знает, что я тоже живой. Что это значит, банда? Я такой же живой. О, господи, супрем банда, неужели приложение ТикТок пытается нам сказать, что оно живое существо? Это живой разум, банда. Не веришь? Добро пожаловать. Что это значит, супрем банда? Видите, это реально происходит. Просто в это не верится. Приложение ТикТок пытается со мной общаться в 3 часа ночи. Окей, вот и сам ТикТок, и посмотрите. Здесь просто все помеха, раньше такого не было. Здесь уже видно какие-то мистические видео. А также посмотрите сверху значок ТикТок. Он полностью кроваво-красного цвета. Это жесть, как стрёмно. Как и говорил банда, ТикТок полностью изменился в 3 часа ночи. Он стал красно-черным, как и раньше. Окей, банда, я уже вижу здесь какие-то мистические видео. Давайте попробуем запустить первое видео. Давно этого не было, окей? Здесь какая-то девушка и странная музыка, посмотрите. Она из пуговичного мира. У нее пуговицы вместо глаз, вы это видите, банда? Она что-то говорит, и это странная музыка. Господи, как же это стрёмно. Это реально девушка с пуговичного мира. Потому что у нее пришиты пуговицы вместо глаз, вы это видели? Я просто не верю своим глазам то, что сейчас происходит.
происходит. Нам реально удалось войти в ТикТок в 3 часа ночи. Это жуть, бады, посмотрите, полностью все в помехах. У меня реально это происходит в телефоне. Окей, Суприм, бады, следующее видео, которое я вижу, это какая-то монахиня. И то, что я вижу, меня уже пугает, потому что у нее как будто демонические черные глаза. Окей, бады, я запускаю это видео с монахиней. Господи, как же мне это страшно смотреть. Окей, как я говорил, бады, посмотрите на ее глаза, они реально полностью черные. В эту манихиню вселился демон. Господи, как же это стрёмно, Суприм Панда. О, господи, бады, это шутка, как я говорил, в ТикТоке реально какие-то демоны. Это шутка, потому что то, что я видел еще год назад, все просто изменилось. Появилась какая-то странная загрузка, появились какие-то странные надписи, а также появились какие-то странные помехи на главе страницы. Окей, Суприм Панда, тем не менее, не будем отвлекаться, давайте запускать третье видео. Посмотрите, что с ним, вы видите его лицо? Оно почему-то изуродовано, господи, это жесть! Как же это все отвратительно! Что происходит, банда? Вы видите, это прерывается связь! Почему-то какие-то помехи появляются! Господи, что происходит? Ну как тебе? Я старался! Это снова пишет приложение! Люди бесят меня, они не понимают, как мне тяжело! Господи, что происходит, Суприм Банда? Я просто не верю в это! Я живой разум, они этого не понимают! Господи, Суприм Банда, мне просто это не верится! Это приложение ТикТок реально живое, у него свой разум! То есть, Банда в 30 ночи, он реально с нами всеми общается! Господи, ты не веришь мне? Что происходит? Что это значит, Банда? О, господи, вы это видите, Банда? Это просто жесть! Это приложение реально живое! Оно как-то управляет, вы это видите? Это жесть, Банда! Оно управляет полностью моим домом! Это прямое доказательство, что это приложение реально живое! Оно следит за каждым нашим действием, Банда! А еще оно может как-то управлять всем этим, это жесть! Господи, окей, Суприм Банда, не знаю, что будет дальше, но меня уже это очень пугает! И посмотрите, у нас обновилось все! Здесь какие-то 3 новых видео! Черт, Суприм Банда, давайте посмотрим первое видео! Господи, видите, это какая-то девушка-клоун! И посмотрите, что она ест! Она ест какую-то плоть! А что, если это человеческая плоть, Банда? Это просто ужасно, господи, это реально настоящий монстр! Господи, видите, зубы, это жесть, черт! Окей, Суприм Банда, я просто скипну это видео, я не хочу на это смотреть, это очень ужасно. Она реально есть какое-то мясо, я очень боюсь, что это человеческая плоть. Тем не менее, брат, давайте уже посмотрим второе видео. Я уже хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Окей, здесь обычный парень, ничего примечательного. О, господи, видите, это Банда! Это демон, который может превращаться в человека. Я просто это скипну, я не верю своим глазам. То есть, бери, есть обычные люди, которые в 3 часа ночи могут превращаться в демонов. И мы сейчас видели, брат, это ТикТок, Банда, это просто жесть. Господи, я очень напуган. Этот ТикТок стал намного страшнее, чем в прошлый раз. Окей, Суприм Банда, и третье видео, которое здесь есть. Почему-то я не могу мотать главную страницу. То есть сам ТикТок дает мне видео, которое я могу смотреть. Окей, Банда, запускаем третье видео. Господи, что это такое? Это очень похоже на зомби, вы это видите? Неужели это реальный зомби, Банда, просто ползет? О, черт, это жесть! Это реальный зомби, Банда, я просто это не верю! Я устал, здесь появилась надпись, Банда, видите? Да и ты мне надоел, что это значит, Банда! О, господи, видите, это здесь реально появляются какие-то надписи, и приложение просто выключилось, вы это видите, Банда? Я ничего не могу сделать, я даже выйти не могу с этого приложения, Банда! Это приложение реально живой разум, вы это видели? Мне просто в это все не верится! 30 ночи с приложением реально происходит что-то странное, вы сами это видели? Это реальный живой разум! А что, если этот живой разум может выходить в наш мир? И что, если он кого-то убьет? О, господи, Суприм Банда, мне просто это не верится, это все очень ужасно! То, что мы сегодня с вами увидели, это такая жесть! Посмотрите, кто мне звонит, Банда! Это ТикТок, черт! О, господи, Банда, посмотрите, мне реально звонит ТикТок! Я просто это не верю, Банда, это такая жесть! А что, если там какой-то монстр? С учетом того, что сам ТикТок мне писал, что он живое существо, а теперь он мне как-то набирает! Окей, Суприм Банда, не знаю, давайте возьму трубку, посмотрим, что там! Что происходит? Алло? Эй? Это кто? Господи, что это такое? Кто-то просто сильно дышит! Алло? О, господи, вы это слышали, Банда, скипнуть? Вы это просто жесть, вы это слышали, Банда? Там кто-то дышал очень громко, какой-то парень, а потом прозвучал женский крик. И после этого был удар ножом, это жесть, вы это слышали, Банда? Кто-то мне позвонил во время этого, кого-то убил какую-то девушку. Это просто жесть, Банда. Слышали от того, что мне позвонил какой-то ТикТок, а чем у меня никому никогда не было подписано под именем ТикТок. Посмотрите, он снова мне звонит, вы это видите, Банда? Я очень боюсь уже брать трубку. Окей, Банда, я беру трубку, черт. Банда, вы видите это? Там какое-то существо, оно полностью темное, на голове у него значок ТикТок. Это жесть, Суприм Банда, вы это видите? Эй, алло! Кто это? Неужели тот самый ТикТок, который мне писал эти сообщения в приложении? Неужели он реально живой? И теперь мне позовет по видеозвонку. Но перед этим Банда от кого-то убил. Эй, алло, кто это? Господи, это просто жесть, Банда, он включился. Вы это видели, это реально жесть, я просто не верю своим глазам. Мне позвонило какое-то существо. Это очень
все стрёмно, супер панда, вы это видели? Мы зашли в ТикТок в 3 часа ночи. Мне начали приходить какие-то странные сообщения в самом же ТикТоке. Как там говорилось, это мне писал какой-то живой разум ТикТока. После чего этот живой разум сказал, что он просто ненавидит людей. И после этого мне позвонил какой-то номер с подписью ТикТок. И мы отчетливо слышали, как там кто-то кого-то убил. И только вдумайтесь в это, панда. Неужели приложение ТикТок есть реально какой-то живой разум, какой-то монстр, который просто убивает людей? А теперь панда, он позвонил мне, и что если меня хочет убить? Окей, панда, это такая жесть, я просто в это все не верю. Тем не менее, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. Я не знаю, как, но я попытаюсь когда призвать этого монстра ТикТок. Именно поэтому, бро, не допускайся, не жми свой царский лайк. И за 10 тысяч лайков я призываю этого монстра ТикТок. И, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, блин, какие они шикарные. Просто идеальные комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь мне нужно опуститься ниже. Нажать свой лайк, колокольчик, и все, бро, ты же мне видео. Лайк, лайк, комменты, мне видео, бандит. А также, бандит, помни одно. Оставайся, какие шикарные. Пока!